день подарка, это день рождения, когда тебе дарят, или Новый год. А вы сзади посмотрите, что делается. Подарки бывают разные, только их надо делать от души. Подарки это когда кто-то кому-то дарит всякие там игрушки, конфеты. Тепло передавать другому человеку. Можно подарить подарки на день рождения. Можно купить подарки просто. Или что-нибудь закрыть глаза для этого подарка. Папе можно подарить машину новую. Самый классный подарок – это фёрбик. Там сзади есть вот такие пыптики, они снижаются, а рука робота поднимается. Еще там есть возле руки кнопка, нажимаешь на кнопку, и рука раскрывается. У него был пульт такой, у него была кнопка вот здесь, и это вообще, вы, наверное, не поверите, но это классно. Фёрбик, такое животное. У него хвостик есть такой. И ухи такие, как у совы. Так у него вот такие вот. У него вот такие. Даже животных дарят как подарки. Подарить ткань, и мама будет вязать. Просто дарят какие-то игрушки, какую-то еду. Я дарю маме всякие там браслеты, сережки, кольца. Я маме всегда дарю открытки. Я не забыла для нее открытки. Руками своими цветочек, тюльпан. Можно маме сделать... Был Новый год. И мне подрывали дракона. Это динозавра. Желательный мой подарок — это как всегда же собака-робот. Но вей, вей, вей.